завтра, а? Мегафона.
политические тонкости и особенности горно-кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и прежде всего Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о безоветной любви и преданности горцам. В одной из наших программ мы говорили о многочисленных музеях, разбросанных по разным регионам Северного Кавказа. Говорили о памятниках, о мемориальных комплексах. И сегодня мы продолжим эту тему, которая вызвала определенный интерес у нашей аудитории. По крайней мере, было много звонков и писем. И мне сейчас подсказывают, что на связи Санкт-Петербург. Я вновь с большим удовольствием хочу представить моих собеседников. Это Алексей Ильич Миллер, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Кандидат исторических наук, доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Напомню, что мои собеседники как раз и ездили на Северный Кавказ, изучая положение дел, связанных именно с памятниками и мемориальными комплексами. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Давайте, что называется, прямо к делу. Памятники ведь, по сути, отражают исторические процессы, происходившие в тот или иной период. Например, памятники или мемориальные комплексы, связанные с гражданской войной или событиями Великой Отечественной. Есть мемориалы славы, да? Есть памятники, которые напоминают о раскулачивании или о депортации. И такие памятники появляются периодически. Я вот к чему подвожу. В нашей жизни ведь все неоднозначно, тем более в истории огромнейшей страны. Все это очень сложно и порой находится, что называется, на грани. Интересно, как местные жители относятся к открытию таких памятников и мемориальных комплексов? Амира Тарьевна, что скажете? Да, Николай, конечно же, бывают совершенно разные истории, связанные с новыми памятниками, но вот многие темы, они остаются горячими. Понимаете, когда мы ездили по Северному Кавказу, изучали историческую память, изучали то, как отражаются определенные события в памятниках, мы чувствовали, что для населения региона очень многие ключевые события, если мы говорим, например, для адыгов Северного Кавказа, абсолютно ключевое центральное событие – это Кавказская войны. Если мы говорим для балкарцев, карачаевцев, мамышей, чеченцев, то наиболее болезненные, травмы, наиболее сильные национально переживаемые события в истории исторической памяти является, конечно же, проблемой. И понимаете, это не история из учебника. Для этих народов это не история, которую вот они только прочитали где-то в учебнике, и все, это не история государственная, это история семейная, это история фамильная. Это вот история семьи, это живая такая историческая память, это то, что передается не только в школе, но то, что передается в семье. А мы знаем, учитывая узость, да, кислоту семейных и священных характер семейных отношений по культуре народа Северного Кавказа, что это имеет абсолютно решающее значение. И здесь, мне кажется, если мы говорим о новых памятниках, то и отношение к ним, конечно же, разное. Есть довольно позитивное отношение, есть такие, я бы сказал, консенсусные памятники. Да, памятники, которые скорее вызывают какие-то положительные чувства и эмоции, даже если, в общем-то, вот эта история, связанная с этими памятниками, она выглядит как некое такое конструированное мемориальное. Ну, в частности, совершенно яркий пример – это памятники казакам и горцам, которые совместно воевали в Первую мировую войну. Вот мне очень запомнился этот памятник в Краснодаре, памятник казаку и горцу. Я поинтересовался его историей, он был установлен в 2016 году в центре Краснодара, на улице Красная. А удивительно, как он выполнен. То есть в таком обыденном представлении казаки и горцы – это такие совершенно разные люди. Люди, которые сражались друг с другом в период Кавказской войны, потом мы знаем совершенно драматическую историю имперского казачества. И такой, по сути дела, горско-казачьей войны, которая последовала за крахом самодержавия, за крахом Российской империи, на Кавказе, но унесла множество жизней, это большая травма. Да? А мы представим, это совершенно разные люди, наверное, они совершенно по-разному выглядели. Но на самом деле вот скульпторы, они поработали очень профессионально. На самом деле, если мы говорим об истории, такой, как она была на самом деле, как обещал даже известный историк Тарик Рамов-Ишнель, которого все мы вышли, то казаков и горцев было не посвященному человеку очень трудно отличить друг от друга, потому что это один и тот же материальный фон. Вот создателям этого памятника удалось это в полной мере передать. Дает две фигуры, казака и горца. И они практически идентичны. И только это совершенно справедливо сделано, как я уже сказал, очень профессионально. И только
сколько мог. Да, кто рубль, кто 10, кто 100, кто 1000. Да, ну и понятно, что представители династии Романов, эти памятники были хорошие, я заслуживаю внимание, но они могли пожертвовать очень много. Так вот, и этот памятник, когда был гвоздь, который был установлен в 2016 году, он был собран в такой мере, и представители общественности здесь участвовали, и представители различных земляческих ассоциаций, да, и представители казачьих общественных организаций участвовали в сборе средств на установку этого памятника. И мы беседовали с ним. Этот памятник вызывает по большей части очень положительные эмоции. Он стал частью такого культурного, мемориального ландшафта города и скорее действительно обладает таким примиряющим, неким примиряющим эффектом, который заключается в том, что и казаки, и горцы в Первую мировую войну сражались за одно отечество. Там была Россия вместе сражались. Горцы, которые шли добровольно на войну, да, и сражались в Тарковском великой дивизии, знаменитые, и казаки, которые должны были вместе сражались за одну страну. И вместе с тем, конечно же, есть другие примеры, когда новые памятники, они скорее разделяют, когда новые памятники, они скорее становятся копилкой взаимного недовольства. И отчасти они выступают таким символом единения, символом силы, символом собственной уверенности, а для других, да, фрустрации, как это вызывает какую-то растерянность. Ну и в частности, самым ярким примером, наверное, из-за этого памятника Дмитрия Ивановича Пермова. Известный человек, который составил по себе крайне разную, да, если сказать, противоположную историческую память для населения Северного Кавказа. Для современных русских на Северном Кавказе, все эти прочие Пермова, это такой защитник русских интересов, человек, который иронично высказывается по поводу засилья немцев в Российской империи. Когда его спрашивали, чем же тебя наградить, Алексей Петрович, да, он дерзко отвечал императору, что не делает меня немцем. Ну и понятно, что, конечно же, Пермова соответствующие отношения. Для многих народов Северного Кавказа, в частности, для чеченцев, как и для кабардинцев, и для многих других, Пермова – это совсем не герой, это антигерой. Это человек, цинем которого сказывается, прежде всего, кровавые репрессии, человек, палач, которого руки там по локти, даже и выше, и весь он в крови. И вот эти памятники, которые в 2008 году на открытии минеральных вод, затем спустя несколько лет появился памятник Пермова в Пятигорске, они вызвали и продолжают вызывать очень и предельно ожесточенные дискуссии в обществе. Памятник Пермова даже спустя некоторое время в минеральных водах, он стоит прямо его видно с трассы М-29, ну, конечно, помпезно, брутально, как, собственно, видно Петрович Пермов. Так вот, вот этот памятник спустя некоторое время после его торжественного открытия, он был облит желтой краской. И понятно, что если вот такие конфликты происходят вокруг памятников, вокруг их информационного, общественного обсуждения, понятное дело, что они вызывают споры и скорее разделяют общество, региональное сообщество, которое состоит, как мы с вами прекрасно знаем, из представителей самых разных национальностей, у которых совершенно различная, зачастую не государственная историческая память, а такая семейная. Кавказский акцент. Я, к сожалению, вот такое иногда отношение к исторической памяти. Но как ни крути, хотим мы этого или нет, это наша история, это история нашей страны. Алексей Ильич, может, хотите что-то добавить? Но я единственное, что могу добавить, что когда ты прокладываешь маршрут из Ростова в Краснодар, у тебя может возникнуть ложное впечатление, что ты ознакомился с ситуацией в крае, в области, в республике. Но будем отдавать себе отчет в том, что такие какие-то артефакты, связанные с политиками, они разбросаны по небольшим селам, по тесным кладбищам, по массе маленьких городков или не очень маленьких. Но, в общем, эта тема намного шире. Это тема, которую, ну, практически невозможно поднять из этого проекта по всей полноте. Этого очень много, это все очень сложно. Этим надо очень много заниматься. И только когда ты вот смотришь именно в масштабе макрорегиона, ты
отличает правильное, так сказать, неправильное. Это все намного сложнее. Да, несколько слов буквально я добавлю. Действительно, понимаете, историческая память, как и историческая политика, на всем показать, может сказать, что она такая многослойная. И зачастую эти разные слои, они, конечно же, по-разному оценивают население. Ну, например, приведу в качестве примера то, что мне тоже бросит в глаза. Когда въезжаешь в Краснодарский край, то встречает вас огромный банк. Вы въезжаете в казачий край. Да, то есть Краснодарский край – это казачий край. И, соответственно, на полицейском посту, который стоит на границе между Ростовской областью и Краснодарским краем, вот краснодарские полицейские, да, они выглядят как кубанские казаки. Может быть, они и являются кубанскими. Но, тем не менее, это полное ощущение, все это должно создавать впечатление, что Краснодарский край – это казаки, и он испокон веку был краем казачьим. То есть они одеты, извините, перебиваю, собственно, как одеваются, вот и мундиры, кители. Не, конечно, но некоторые элементы, которые были характерны. Ну, кубанки. Да, кубанки, у кого-то там вместо пистолета на гайке там торчат, да, и за пояс. То есть вот такие элементы, которые позволяют сразу сказать, что это вот то ли казак на службе в полиции, да, то ли полицейский, который нарядился казаком. Ну, не указано, да? И, ну, понимаете, с одной стороны, это все понятно. В России здесь существовали одни из самых больших казачьих войск. Донское войско, да, и область войска Донского. Это, конечно же, Кубанская область, да, это кубанские казаки. Это, конечно же, Тверская область, Тверские казаки. То есть, безусловно, новая история, история того, как Северный Кавказ присваивался Российской империи, безусловно, связан в том числе и с казачьей колонизацией. И, по сути дела, вот этот мир казачества и казачьи организации, они были полностью разрушены после революции, в страшных испытаниях горнили гражданской войны. Можно говорить даже о казачьей Атлантиде Северного Кавказа, которая ушла, которая растворилась, и только вот сейчас ее пытаются как-то скорее на символическом уровне восстановить. Понимаете, с другой стороны, про казаков же здесь тоже кто-то жил. Да, и вот если брать Краснодарский край, здесь жили отряды, множество этого политического сообщества, которое имело общий язык, общая культура. Да, и они сохраняли эту богатейшую, одну из самых красивых, да, областей, один из самых красивых регионов современной Российской Федерации. И получается, что, говоря об этом регионе как о казачьем, вроде как нужно забыть о том, что когда-то он был полностью населен отрядами. Да, когда-то здесь жили махтайцы, тимергуевцы, и так далее, и так далее. Вроде бы как эта история оказывается в тени вот этого казачьего нарратива. И это, конечно же, тоже способно вызывать не самые приятные эмоции среди части черкесского или адыгского населения. Вообще, вот этот феномен многослойности и феномен того, что, конечно же, казачья тема очень серьезно узнают в России, в том числе иногда она находится под правительством государства, а иногда она так прорывается в некоторых мемориальных объектах, как мне кажется, ну, довольно смешно и абсурдно, вот что мне показалось. Но, в частности, например, всем известно, что в Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира построили новый аэропорт. Замечательный аэропорт, назвали его аэропорт Мукла. Герой войны 812 года. 812 года знаменитому казачьему атаману, человеку, который всюду, да, практически ездил. Наводил ужас на французов, его уходит, по крайней мере. Да, и Матвей Иванович Клад, как главный такой герой и символ Ростова-на-Дону. И как-то все должны вроде забыть, что Ростов-на-Дону никогда не был казачьим городом. Да? Ростов-на-Дону, ну, это был центром Ростовского уезда и Екатеринославской губернии до конца 80-х годов 19-го столетия. А только потом был передан состав области Ростов-на-Дону. То есть это совершенно не казачий город. Казачий город – это Новочеркасск, новая столица. Но никак не Ростов-на-Дону. А это педалирование казачьим тем, оно должно быть убедительным. Жителей города, и, собственно, гостей города, что Ростов-на-Дону – это вот казачья столица. Что интересно, среди моих друзей, которые бывали в Ростове-на-Дону, они полностью были убеждены в том, что Ростов-на-Дону – город казачий, тут страшно специалист, когда я им рассказывал о том, что общество было совсем казачьим. И случилось, что сейчас такой вот, как бы, это, конечно, тайна Москва.
достойный человек классный, да? Но проблема в том, что не было в истории России прямо с начала 19-го столетия, чтобы ненавидели друг друга больше, чем кто-то. Да, потому что он классный, а с ним не только. Да, чего-то не было. Они были. Ага, смотри. А точнее село, или если угодно аул, с очень красивым, на мой взгляд, названием Горная Саниба. Этому селу много сотен лет, и за прошедшие века Горная Саниба прошла и взлеты, и падения. Но сегодня село столкнулось вот с какой проблемой. Местные жители, восстанавливая, ремонтируя или, если угодно, реконструируя свои дома, по сути превращают старинное самобытное село в новодел. Современные технологии, современные строительные материалы, стеклопакеты и многое другое, что используется в процессе строительства, не позволяют себе сохранить свою аутентичность. Впрочем, не буду забегать вперед, слово моей коллеги Нелли Дзугаевой. Время от времени появляются предприниматели, которые торопятся облагородить тот или иной уголок нашей любимой Осетии. Однако радоваться таким намерениям мы уже не спешим. В этом деле не все так однозначно, как кажется дилетанту. Главное ведь сохранить аутентичность нашу, национальную. Только тогда, по словам Шелегаштанте, блогеры или туристы, вообще наши гости, будут рассказывать, что они побывали в Осетии, именно на Кавказе, а не в Швейцарии или Австрии. Представляете, горная карта. Хвалит блогеры. Российский. Вот хвалит российский блогер горным центром. Совершенно это заблуждается и не понимает, в каком ракурсе он говорит. Дело в том, что был ключевой слово, что он пытался получать на австрийском селе. Обращаю ваше внимание к тому, что мы находимся на Кавказе. Здесь не может быть речь о швейцарской жизни и даже образно. Тем более в австрийском селе. На Кавказе горное село выражает суровый быт, суровые строи, суровые, славные. Остинское селение Горная Саниба всегда было примечательно своей старинной церквушкой Пресвятой Троицы. Вы знаете, познавшись в Горную Санибу, впервые вместе со своими уважаемыми приятелями наша известная архитектор Сухампа. Была это в 96-м году. Я поднял там то, в сторону этого большого гипа, и там, по-моему, где-то 6-500 лет. Уже жив, и церквушка там, да, она там, где-то пара сотен лет. Да, наша церковь, наша с вами церквушка. Тогда, в 96-м, Мишель видел ее в руинах. Ну, другой не ожидал, что это гора. Архистарые такие погружения, храмы, место, кроме того, что они заморены, и там большой случай, то есть тем больше так мешает встретить. А мы свою горно-санибинскую сотрясли таки евроремонтом. Ну, нет ли там? А правда, отделать ремонтировать. Спустя 23 года спустился в горный танки, правда, кругов было. И не мог сразу найти цветочку и вообще не мог ориентироваться. Село полностью изменилось. Не узнать теперь местность. Счастье, еще старая липа послужила ориентиром. И вижу, что там похоже на кран, не точно не тот самый. А как? Этот кран стоит уже пару веков. И, в общем, когда добрался до храма, не сразу понял, что я добрался до храма на машине. Меня девушка спросила, да, потом с аккуратными гидрозванчиками территории храма огорожена. Что долго перечислять нынешние санибинские, извините
но невежественно мещанские новодел. Все это вы свободно можете лицезреть. Старинные-то вы теперь, что не видите. Совершенно не узнал эту церковь, даже трогал в гостиную, не мог понимать, что так зашло. И знаете, только когда я спустил торговый, спросил, это неужели, неужели, недавно это делали облицо, вы представляете, купол тогда было другое, сейчас юга облицо, когда все день это придет, да? Когда я один поднялся по склону этому маленькому старинному храму, заметил, что как бы сказали несколько лет, и мы совсем стало тихо, нежно. Я смотрел на ущелье, на голубое небо и думал, вот так, правильно, вот так лежат на пятиликов. Вот сейчас эти склепы, они ограждены от этой дороги сеть. Напротив этого храма несколько трав. Ну, слушайте, между ущельем, голубое небо и вечным, как-то никак. Это не соответствует восприятию самому каскаду своих суровых горных мест. А человек из ней, из России, сейчас, когда я открыть, увидел все это разное место, не беспокоит. Сделано, но ни в том месте отняли собственника, через нас цветок национального достояния. В таких случаях охраняется ли отдельно это сооружение? В тех местах не должны быть никаких изменений в стране вообще. Конечно, чтобы все вечно есть, пройти небольшой магазинчик, чтобы не продуктовый, установите там общественные связи, интернет, хотя незаметно за углом какие-то маркеры, чтобы люди сообразили, какая башня чей-то сооружение, почему так это все выглядит фактурно, скучно, абсолютно не светит нестандартной аккуратности. Вот и будет у вас место сюда видно, так ведь как паломники там. Это будет этнотуризм, это будет качественный туризм. Что ж, мне остается лишь поблагодарить Нелли Дзугарову за интересный репортаж. К сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо большое и продюсеру Наталье Стремневой, режиссерам Елене Рыжиковой и Дмитрию Прохору. А я, Николай Новолашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать Кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи! Радио России на ваших мобильных устройствах. Заходите на сайт radiorus.ru. Скачивайте и устанавливайте на ваше устройство официальное приложение радиостанции Радио России. Слушайте прямую аудиотрансляцию. Удобно отправляйте сообщения через мессенджеры WhatsApp и Viber. Звоните в прямой эфир. Радио России всегда рядом с вами. В нашем эфире и на платформе смотрим. Хорошее по субботам и воскресеньям. Хорошее выходные с 9 до 12 по Москве. Хорошее начало. По пятницу в 12:10 по Москве. Программа «Актуально». События, факты, тенденции, смысл. Актуально. Будни. 12:10. Время московское. Привет всем, кто сейчас слушает нас в
связи Александр Платков, мой друг и дорогой коллега. Александр Валерьевич, привет. Далим Радович, рад вас слушать, уважаемые студенты и уважаемые радиослушатели. Саш, ну сегодня твоя очередь обозначить тему, представить гостя. Дальше я тебя внимательно слушаю на месте с нашей аудиторией. А тема трагедия, трагедия детей. В первую очередь, мы приносим соболезнования теме погибших, здоровья раненых. И огромное желание, чтобы такого больше не повторилось. Мы устали уже теракты. Что это? Теракты, проявления каких-то болезней, маньяки, я не знаю. Но я не скажу, что у нас специалист по маньякам, но уж специалист по безопасности государства, в первую очередь. А это вот вопрос к уровню государства, когда поскольку людей убивают, а там, в принципе, государство. Ну, мне так кажется, ну, я уверен, что не преувеличен. Александр Георгиевич Михайлович, гость, наш собеседник, уважаемый, мой, Игорь Маратович, человек, который... А сколько вы в органах были в госбезопасности? 25 лет. 25 лет. Дальше у вас тоже все связано с тем, чтобы вы уже нормально работали. Александр Георгиевич, что происходит вообще? Я, честно говоря, морально готов бороться сколько угодно за детей, за безопасность страны, родины, но иногда даже кажется, что руки не опускаются, но хочется пойти на какие-то крайние меры. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы вот эту вот болезнь просто вырубить до конца. Что это такое? Саша, мой товарищ, сказать, хирург, Рерик Праздник, как он говорил, общество больного, доктор пришел. И вот мы сегодня должны говорить о здоровье общества и совсем не о безопасности. Безопасность под угрозой до тех пор, пока больное общество. И вот все последние факты, связанные с такими рода атаками на невинных людей, причем, надо сказать, такой в стиле Рэмбо. Правда, Рэмбо не стрелял в Беларуси, да? Но факт остается фактом. Вот такие вот показные расстрелы людей начали приобретать какой-то определенный характер. Я бы был бы психиатр, я бы сказал, что это болезнь Родиона Раскольникова. Потому что все они пытаются самоутвердиться за счет уничтожения своих средств и переброса людей. Немотивированные, абсолютно немотивированные преступления. И вот это преступление тоже немотивированное, но оно мотивировано тем, что человек тщательно готовится, да? Он собирал... Ну, мотивация какая-то была, безусловно. А может быть, да. Ради одного момента, но все равно это мотивация. Да. Конечно, он же пишет о том, что вот я давно хотел вот взять и убивать. Причем надо заметить, я посмотрел его этот пост, он говорил о том, что я готов убивать автомобилем, бомбой, машиной. То есть для него вопрос выбора оружия для уничтожения людей, по большому счету, да, не стоял. Тем не менее, он избрал... Это важно, то, что вы говорите. Ваши слова звучат на фоне продолжающейся риторики мощной по поводу отмены продажи оружия, запрета оружия, огнестрельного. Ну, как защитить автомобили и бытовые ножи? Мы же помним, сколько было совершено терактов с использованием транспорта. Огромное количество. Я не говорю о том, что транспорт минировался и взрывался, да? Мы просто видели, как, так сказать, психопаты ездили по пешеходным зонам, давили людей. Поэтому, конечно, проблема заключается в том, что мы имеем дело с определенной уже такой формацией граждан, людей, да, или, будем сказать, млекопитающих, да, которые вот ставят перед собой такую задачу. Вот это вот синдром Родиона Раскольникова. Поэтому, конечно, мы об этом много можем говорить, и всегда сразу найдутся депутаты, там всякие эксперты будут говорить, давайте укреплять, давайте охрану. Ну, во-первых, начнем с того, что все эти охранные меры, это для честных воров. Говорят, я имею честь напасть на вас. Да. Он так и сделал. Он пришел, и первый, кого убил охранника. При этом он пошел именно так. Хотя он мог перелезть через забор и сохранить охраннику жизнь. Но он шел на прогул, для него был этот драйв. Он так явно психопатический личность. Таких личностей становится все больше. И все разговоры о том, что давайте тут ограничим, тут запретим, тут введем какие-то ограничения, ни к чему не приводят. Ну, во-первых, начнем с охраны, да? Мы с вами прекрасно понимаем, что любая охрана
осуществляется ЧОПами, которые выигрывают право на охрану в рамках 44-го вызова. Кто поставил ниже цену, тот и начинает охранять объект. Очевидно, да? И мы прекрасно понимаем, что есть ЧОПы, которые сбивают цену просто вот до плинтуса. То есть есть профессиональный ЧОП, он говорит, реальная цена, он говорит, 300 тысяч постов, да? А приходит живопылька в составе ЧОПа, вот там он только директор и бухгалтер, и говорит, а я прошу 100 тысяч. У него ничего нет, да? И он подохвален... Так вот ты раз, ты бабушка Божий одуванчик. Вот, это хорошо, что Божий одуванчик. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что он еще может набрать таких же охранников. И если сегодня мы охраняли, охранник должен обеспечивать безопасность от посторонних, а где гарантии, что мы на этом посту не будет какой-нибудь маньяк, педофил или просто садист? Конечно, сам собственной персоной. Поэтому я с этого и начал, что это все для честных пород. Первый. Второй момент, конечно, очень важный. Мы с вами прекрасно понимаем, что все ограничения, связанные в том числе психиатрической экспертизы, ну, не будем называть вот то, что проходят люди, получающие оружие психиатрической экспертизы, это никакая не экспертиза, даже не обследование. Конечно. Я для сведения, так сказать, могу сказать, что в год мы должны освидетельствовать порядка 30 миллионов человек. В связи с выполняемыми определенными функциями, да? Человек идет, выступает там на учителя, медика, так, поступает в охрану, поступает еще куда-то. Они все идут в психиатр. 30 миллионов, Саша. Обратись, 30 миллионов. Знаешь, сколько у нас в стране психиатров вообще? 14,5 тысяч. Это планы не на того. Что вот эта вот группа товарищей, которые сидят в психдиспансерах, в состоянии кого-либо обследовать. Да мы, может, конечно, лучше, чтобы по коленке молоко, и после этого все запишем. Здорово, друзья, ставим. Тем более, если для них транспондентов, которые готовятся к совершению какого-то преступления. Он же все проходит изумительно. Ни к врачу, никому нельзя пугаться, потому что этот человек общается с документами, связанными с полицией. Это очень серьезно. Наверное, остановлюсь здесь. Да никак. Мне кажется, это надо завести с младших классов школы человека, замечать за ним это, и тогда будет что-то понятно. Возможно, да. Но у нас, ведь, знаете, иногда, так сказать, деформация личности начинается в определенный период, да? Вот он прошел сейчас к психиатру углубленное обследование психиатрической клиники, выходит, у нее страх здоров, он берет молоток и убивает другого человека, тушит, да? Это на каких примерах было сколько угодно. Поэтому, конечно, мы говорим сегодня о форс-мажорных, непредсказуемых преступлениях, совершенных вот людьми подобного рода. Серьезно, что там, да? Очень серьезно. И еще теперь, наверное, к тому, о чем мы несколько лет назад спорили до хрипоты. Это так называемые поправки закона о контртеррористической деятельности. Закон, так называемый Яровой, хотя я не сторонник персонифицировать федеральное законодательство под конкретное человека, да? Что там было в законе прописано, да? Необходимость, накопление информации, накопление контента. Так, пойду узнаю, что, куда, зачем, почему. Здравствуйте. А вы не подскажете, тут до Благовещенска далеко? Благовещенска. Это надо вот туда вот выехать, в ту сторону вам. Не, я понимаю, что туда. Ну, километров 70-80. Не страшно? До поворота, да? Да, до поворота. А от поворота, ну не знаю, там уж километров 200. Еще от поворота 200? Да. Ну, я могу ошибаться. Нет, ну, потому что, примерно. Потому что я там не был сам, но я проезжал поворот на Благовещенск, ну вот примерно 70-90 вот километров так вот. До поворота, и потом еще 200. Еще туда, да. Просто друг там ждет, говорит, вас ждать сегодня, не ждать. Я говорю, да я херу за этим и стоим, блядь. До Биробиджана, говорят, километров 300. До Хабаровска там все 500. Не, ну до Хабаровска, я знаю, от Благовещенска до Хабаровска 600 километров. Ну вот то же самое, что я и сказал вам, так и получается. Туда километров 80-90 до поворота, и там километров 200. То есть километров 300, грубо, туда. Да, да, и километров 300 туда. 300 мы проехали где-то в Хабаровске. Ну, хороший путь не ждет.
На завтра изготовиться. Так, замечательное место, огромная территория, видите, асфальтированная, грязи нет. Зашел очень доброжелательная буфетчица, хозяюшка, вот, готовит, я заказал, оплатил, она сейчас готовит. Расскажу мнение о еде. Все.